выполнял план на игру. Сезону, по сезону, нам, я бы даже сказал, уже 4 команды у них в вопрос. Есть ли еще защитники? Нет, больше защитников нет. Есть только игроки. Павел Поздняков, 66-й. Дмитрий Камченков, 78-й номер. И Дмитрий Ильин, капитан своей команды, номер 99-й. Тренерский штаб, напомню вам. Денис Владимирович Вдовин, Кирилл Александрович Муравьев и Алексей Альбертович Попов. Три руководителя следят за тем, как ДНК на льду себя проявляет. ДНК, между прочим, расшифровывается достаточно интересно. И вот здесь навал. Так, и вот свистит уже судья, потому что шайба как раз-таки у Макара Сомова. Все. Лед покинул номер 24-й. Наша лига. Работают коллективы, но в то же время вот моментов опасных мы пока прям совсем не видим. И через ускорение. Ой, как опасно могло бы все здесь. И вот так все-таки дружина реализует свое большинство. Есть взятие ворот. А это гол 0-2. Дружина у... Не получилось ничего. Да, ничего себе. Нет положения вне игры. Можно и нужно играть. Ой, хорош голкипер. Как там? Хорошо! Вот так вот все-таки будет защитная шайба. И с бомб, ну да. Можно было поинтереснее сыграть. А все-таки дружина, да. Ничего себе! Более чем возможно, поэтому не исключал бы я любого варианта развития событий. А все-таки затолкали пятую шайбу в игре. А вот Алексей Веселов, да, был в этом эпизоде, но он отдавал голевую передачу. 1-5.
и вместе с ними сыграет Хит. Хоккей точка. Но это другая группа. Это все в обозримом будущем у нас впереди. На сим, дорогие друзья, благодарим команды за яркий и хороший хоккей. ДНК, представьте себе. И вместе с ними сыграет за то, что вы нашу